вспомнить большую благодарность в тот момент, почти 2 года назад, когда Александр Николаевич подсказал мне эту идею участвовать в конкурсе на грант. И вот эта вот краткость времени, с которой надо было решить, что же делать, она, может быть, и дала смелость предложить эту идею. Может быть, мы немного пожалели потом об этом. Не потому, что это неинтересно, наоборот, это слишком интересно, но это очень большая тема, это глобальная тема. Мы не охватили, конечно, огромное пространство, культурное, скажем, связанное с темой Беларуси и Вильнюс. Вот. Но сама эта работа, почти двухлетняя, очень много дала, мне кажется, всем, кто работал над этой темой, мы сами для себя поняли больше, что для нас значит этот город. Вот. Ну и вот результат нашей работы, оценивайте его, пожалуйста, благожелательно, потому что мы теперь...